Для городской и сельской молодежи Центр развития молодежных инициатив, созданный в 2014 году при отделе внутренней политики Акимата города, стал одной из важнейших площадок поддержки. Деятельность ЦРМИ включает в себя реализацию различных проектов, поддержку молодежных инициатив, содействие в организации и проведении различных мероприятий. В этом году нам 10 лет. По статистическим данным, за 2023 год общая численность молодежи Кибасусского региона составляет 41 тысячу. За последние 4 года бюджет по реализации молодежной политики составлял около 4 миллионов тенге. В этом году при поддержке акима города, депутатов маслихата, он увеличен до 20 миллионов тенге. Соответственно, работа с молодежью активизирована. Отдельно выделены 4 миллиона тенге на реконструкцию и оснащение нашего здания. Для индивидуальной работы с сельской молодежью разрабатывается методическая книга «Узгербук». Это сборник методик работы по реализации молодежной политики на селе, предназначенный для административных работников, ответственных за работу с сельской молодежью. На сегодняшний день одной из актуальных проблем остается низкий уровень интереса молодежи к техническим специальностям, несмотря на большое количество выделяемых на данные специальности грантов. Потому в целях правильного выбора молодыми людьми будущих специальностей, повышения имиджа высших и гуманитарных технических учебных заведений, на территории города будет разработан проект Option Tour, направленный на ориентирование молодежи. В рамках еще одного социального проекта будет оказано содействие развитию комитетов студенческой молодежи высших и гуманитарных технических учебных заведений. Для тесного взаимодействия с комитетами в учебные заведения города уже направлены письма. В рамках выделенного для нашего центра бюджета в размере 20 миллионов тенге мы планируем осуществлять 6 проектов. Первое – это социальный проект «Комплекс культурно-массовых спортивных мероприятий среди молодежи 14-35 лет в городе Кибастузе». Второе – это социальный проект «Комплекс мероприятий по патриотическому воспитанию и повышению гражданской активности молодежи». Третье – социальный проект «Комплекс мероприятий по поддержке молодежи с ограниченными возможностями». И четвертое – социальный проект «Комплекс мероприятий по борьбе с лудоманией и наркобизнесом среди молодежи». Пятый проект направлен на комплекс мероприятий по социализации сельской молодежи и молодежи категории НИТ. И шестое – это социальный проект «Комплекс мероприятий, направленных на развитие волонтерских отрядов в городе Кибастузе». Кроме того, в летние месяцы с целью сближения сельской и городской молодежи центром разработан проект «Молодежный лагерь последователей Сатпаева». Это неодноразовые мероприятия, все эти проекты идут по социальному государственному заказу. Одним из приоритетных направлений в деятельности центра являются клубы по интересам. Деятельность каждого носит культурно-досуговый и практикоориентированный характер. Молодежь на бесплатной основе в любое время может посещать центр, проводить досуг, узнавать новое и интересное для себя. В центре создаются все условия для этого. Самым новым и уникальным проектом для Центра развития молодежных инициатив является создание молодежного маслихата. Прием заявок от кандидатов в ряды молодых депутатов ведется до конца февраля в здании Центра молодежных инициатив города по адресу Павлодарская, 10.